Добрый день, это азбука бережливого производства. Сегодня я расскажу, что такое муда, мура и мури. Муда, что по-японски означает потери, это любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности для клиента. Таити Оно, основоположник производственной системы Toyota, выделял 7 видов муда, 7 видов потерь. Подробнее о них можно узнать из двух роликов. Азбука бережливого производства, что такое потери, и азбука бережливого производства, что такое карта потока. Мура – это неравномерность выполнения работы. Мура возникает из-за неравномерного спроса на продукцию, из-за неравномерного плана производства и из-за неравномерной скорости выполнения разных операций. Мури – это перегрузка оборудования или операторов по сравнению с расчетной нагрузкой. Потери и перегрузка возникают из-за неравномерности. Если нам не удается выровнять загрузку персонала и производственных мощностей, то в какое-то время они будут простаивать, а в другое время будут перегружены работой. Как избавляться от муда, мура и мури? Во-первых, нужно стабилизировать процесс, чтобы исключить неравномерность мура и перегрузки мури. Далее надо стандартизировать правила работы. После этого мы можем устранить потери, вызванные прежней неравномерностью. Более подробную информацию о том, как бороться с муда, мура и мури, вы можете найти на сайте wkazarin.ru. Это была азбука бережливого производства. Всего хорошего!